Вот он, долгожданный вечер долгожданного дня городского округа Щелково. Вся площадь Ленина заполнена народом. Жители пришли поздравить любимый город и, конечно же, послушать выступления популярных артистов. Последняя суббота августа. Площадь Ленина. Щелково гуляет. Все в ожидании главного действа – грандиозного вечернего концерта с участием поп-звезд. Настроение отличное. Вроде ничего не должно быть плохо. В общем, все супер, все классно. Особенно атмосфера заряжена. Концерт очень классный, все классное. Щелково поздравляем с днем города. Развивайся, расти, пусть все будет отлично. Чем вам нравится ваш город? Ой, всем. Всем просто. И природа, и город, и вообще все устраивает. Очень хороший, красивый город. Детям здесь очень нравится, парки замечательные. Верно, город номер один в Подмосковье. Это не просто слова, об этом прежде всего говорят дела. В своей поздравительной речи о развитии города говорит и губернатор области Андрей Воробьев, и глава округа Андрей Булгаков. И, конечно, от них звучат самые теплые поздравления в адрес щелковцев. Мы стараемся, чтобы Щелково менялось к лучшему. Уделяем внимание благоустройству паркам, аллеям, дворам, тротуарам. На улице Пушкина появились пешеходные велодорожки, зоны отдыха для взрослых и детей. По вашей просьбе начали обновление театрального сквера. Сейчас завершаем реконструкцию стадиона «Труд». А 1 сентября открываем долгожданный новый корпус 7-го лицея. Я вам обещал, что мы будем номер один в Московской области. Мы это сделали вместе. Дальше мы сделаем значительно больше, потому что мы все вместе с вами одна команда. И я всех вас поздравляю с днем города, жителей, наших гостей из соседних городов, из Москвы и наших жителей, которые приехали из Донецка, из Луганска. Мы все одна команда, потому что у нас Щелково, у нас, у россиян, один за всех и всех! С днем города, дорогие мои! Еще чуть-чуть, и на сцене прозвучат любимые песни популярных артистов. Гости праздника ликуют, когда появляется Ирина Нельсон из группы «Рефлекс». Вместе с ней зрители с удовольствием делают музыку громче. Ирина исполнила как и всем известные хиты, так и свои новые песни. И, конечно же, поздравила всех жителей города с праздником. Дорогие жители Щелково, у вас прекрасный город. Вы прекрасные. Вы излучали такое добро, такое счастье в этот день. Оставайтесь всегда в таком же состоянии счастья, эйфории, любви. Следом за ней публику зажег молодой популярный исполнитель Артем Качер. Очень круто, мы ждали Артема Качера. Здесь все класс. С днем рождения, город Щелково. Артист особо отметил теплый прием зрителей, подчеркнув, что на таких мероприятиях публика всегда самая искренняя и душевная. Также певец был приятно удивлен организацией концерта. 2 минуты назад я вышел с выступления, у меня еще до сих пор хочется набрать воздуха от этих эмоций, продышаться. Невероятный концерт, от всего сердца, правда, хочется поблагодарить и всех тех, кто пришел, и администрацию в целом, да, за то, что устраивают вот такие праздники для людей. Заключительным стало выступление еще одной современной популярной певицы Мари Краймбери. К особому восторгу молодой публики она исполнила свои нашумевшие хиты. Танцую как будто... И, конечно, яркой финальной точкой празднования Дня городского округа Щелково стал салют. Наталья Медведева, Сергей Василевский, Игорь Поляков, Сергей Максимов, Александр Оржевский, Галина Кабина, телерадиокомпания «Щелково».